Проголосовали более 12 тысяч человек. Также жителям предлагалось ответить на вопросы, касающиеся качества существующего наружного освещения. Достаточно ли освещены дворы, улицы, тротуары, парки? Оценить световое оформление города в праздники, архитектурно-художественное освещение зданий. Результаты опроса будут учтены при планировании программ модернизации наружного освещения, сообщается на сайте Министерства энергетики Московской области. В голосовании приняли участие и жители Сергиева Посада. Большинство голосов было отдано за улицу Карла Маркса. По мнению жителей, именно эта улица города больше всего нуждается в дополнительном освещении. Программа губернатора «Светлый город» разработана для наведения порядка с уличным освещением во многих муниципалитетах области. Она включает в себя строительство новых и модернизацию существующих линий наружного освещения, их качественную эксплуатацию и создание с учетом пожеланий жителей так называемых мест притяжения – парки, скверы, пешеходные улицы, спортивные трассы.